Получение счетов – не самый приятный момент в нашей жизни. Однако Dotcom позаботился о том, чтобы мартовские счета клиентам предприятия подняли настроение. Вместе с баром Irish Dublin Pub компания Dotcom в честь 8 марта дарит всем представительницам прекрасного пола сладкий подарок. До 15 марта абоненты Dotcom получат счета, на обратной стороне которых будет размещен праздничный купон. Огромная просьба тех, кто получает счета в электронном виде, обратить внимание, получили ли вы счет. Если же вы его не получили, возможно, он попал в другую папку. Праздничный купон прикреплен ко всем счетам, будь он в бумажном или в электронном виде. Этот купон дает право при покупке любого салата или основного блюда из меню Irish Dublin Pub получить в подарок десерт. Мы решили в этом году продлить праздник 8 марта специально для наших представительниц прекрасного пола. То есть не только один день 8 их баловать, но баловать до 18, аж целых 10 дней. И баловать мы будем нашим специальным десертом, который сделан специально для этого случая, специально для этого дня и также последующих. Это десерт из швейцарского шоколада. В состав десерта входит пломбир, шоколад, виноград и фруктовые соусы. Стоит отметить, что помимо основного меню, в честь 8 марта Irish Dublin Pub разработал особые праздничные блюда для дам. Так что, если вы еще не решили, где отпраздновать этот день, отправляйтесь в Irish Dublin Pub. И не забудьте про купон. Купончик или вырезаем из счета Dotcom, или фотографируем, или копируем все равно каким образом, и с этим купончиком приходим в Irish Dublin Pub. Обратите внимание, бумажные или электронные купоны нужно предъявить официанту перед оформлением заказа. Irish Dublin Pub находится по адресу улица Вестура, 10. Сладкого вам праздника, прекрасные дамы!